Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу вам показать мастер-класс вроде бы и простеньких, вроде бы и не особо и сложных бантиков, но очень красивых и нежных. Эти бантики прекрасно подойдут на каждый день. И в то же время они достаточно нарядные для того, чтобы их одеть под праздничное нарядное платьечко. Вот такие они сами по себе, небольшие по размерчику. Ну, вот 7 сантиметров в диаметре. Смотрите. Я их делаю на резиночке. По размерчику небольшие для наших маленьких малышек. Ставлю резиночку, соответственно, не сильно большую. Нежные, красивые. Вот такой прекрасно подойдет с пушочком для наших школьниц на каждый день. Тоже на резиночке делаю. Вот такие нежные, красивые цветочки. И сейчас я покажу, как их изготовить. Итак, что нам для них понадобится. Для изготовления нашего цветочка будем использовать несколько материалов. Нижняя юбочка будет состоять из наших вот таких отрезков атласной либо репсовой ленты. Я, кстати, вот эти сделала с атласной ленты. Вот тут у меня идет репсовая лента. Абсолютно все равно, какую ленту вы будете использовать, она прекрасно смотрится. Для нижней юбочки нам понадобится 6 отрезков ленты. Диаметр, ой, вернее не диаметр, а размер. Ширина 2,5 на 7. Вот 7. Еще раз повторюсь, 6 отрезков. Для нашей пушистенькой такой, ну вот я буду делать такой же голубенький, поэтому я буду использовать кружево. Здесь я использовала в черно-белых фатин, все равно, можно и так, и так. Итак, кружево я использую шириной, вот оно у меня где-то, вот оно вообще 4,7 идет. И в длину идет, вот я сейчас покажу, в длину идет... Оно у меня 41 идет. Ну, можно 40, я просто уже округлила по рисунку, то есть по волне. 40-41 кружево. В качестве серединки я использую розочку из Фоамирана. Это которые самые маленькие. Вот идут 2,5, вот они идут в среднем. Кстати, девочки, очень часто розочки приходят такие плотные, корявенькие, некрасивые. Может кому-то пригодится, я их разровняю вот так красиво, она моментально разравнивается феном на двойки или тройки. Вот берете тройку, направляете поток, и она сразу возвращается в свой первоначальный красивый вид. Так, фетровая основа 3 сантиметра, резиночка и небольшой отрезок ленты, чтобы закрепить резинку нашей фетровой основе. А также нам понадобится иголочка с ниткой. И теперь приступаем к изготовлению нашего цветочка. Делаем нижнюю юбочку. Беру отрезки. Края у меня уже оплавленные. Ну, так оплавляем аккуратненько краешки, чтобы хорошо были оплавлены. Иголочку с ниточкой берем, складываю краешки лицевой частью к себе. Два конца я вот сразу закрепляю двойной обертыванием ниточки. И теперь вот у меня первый прокол, второй, третий, четвертый. Вот так делаю прокол. И вот так нанизываю все наши 6 отрезков ленты. Еще раз. 1, 2, 3, 4. И вот так нанизываем все 6. Вот я их нанизала. Теперь я соединяю с нашим первым. Так, разровняли. Главное, чтобы они там не запутались. Следите.
вот в круг собрала и теперь затягиваю и затягиваю. Хорошенечко подравниваем. Теперь я обычно вывожу на другую сторону, как раз вот вывожу вот в складочку. Еще раз тут все так подровняла, проверила, хорошенько до самого упора затянула и фиксирую ниточку. Тут по складочке ее и фиксирую. Вот таким образом. Все, отрезаем. Вот так. Разровняла. Вот готов нижний наш бантик. Теперь берем наше кружево, края тоже соединяем хорошенечко, ровненько, зажимаю пинцетом и оправляю. Проверяем. Угу. Видите, немножко боюсь и сильно припалить, потому что тогда будет видно темные круги. Ага, вот видите. Так, вот тут еще серединочку. Готово. Теперь мы начинаем. Раз у меня темненькая, я, смотрите, я делаю двойную складочку, но делаю не полностью, а вот у нас есть вот две такие полосочки, между которыми идет такое легкое разделение, и я складываю так, чтобы вот эти две полосочки оказались на одной стороне, то есть вот так, видите, небольшой зазор. И вот теперь я начинаю прошивать вот эти складочки, вот их видно, вот по ней, по самой нижней я и буду прошивать, там где вот как раз я скрепила зажигалкой, вот я еще раз пройдусь, так раз прошила. И вот теперь по нижней вот этой полосочке плотная, которая, я прошиваю. И вот так полностью по окружности нанизываю. Шаг делаю около 5-6 миллиметров. Вот она плотненькая, на ней хорошо держится ниточка. И вот так полностью по окружности. Так, теперь я его вот затянула, затянула до такого расстояния, чтобы здесь у меня было около сантиметра, а то и можно чуть-чуть и меньше. Вот так я подтянула и теперь фиксирую и ниточку с иголкой. Готово. И распрямила. Вот такой. И теперь собираем наш цветок. Так, для начала мы соединяем нашу фетровую основу. Вот я уже соединила ее с резиночкой. Фетровую основу. Вот сейчас я посмотрю. Вот с этой стороны я ее соединяю с нашим первым
таким элементом, нижним бантиком. Так, хорошенечко и опускаем. Опускаем и разравниваем. Так, слегка. Сильно не придавливайте, чтобы клей не вылазил. Так, и в то же время, чтобы все так аккуратненько есть. Готово. Теперь нам нужно, вот, чтобы обязательно вот эта часть была, которая меньше сверху, вверху. Еще раз разровняли. Теперь я наношу клей. Саму серединку не наношу, потому что нам неудобно будет подклеивать, то есть держать вот так. И опять же разравниваем обязательно, хорошенечко придерживаем. Все, теперь осталась наша серединка. Нашим цветочком. Тут можно уже придавить его так хорошенечко. Если что, феном можно всегда выпрямить. И вот еще один нарядный бантик у нас готов. Берем паутинку клеевую. И вот такая красота у нас сейчас с вами готова. Смотрите, прекрасный вариант для наших девчонок на каждый день. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. До свидания.